Снег, штормовой ветер, град, голубое небо и яркое солнце. Камчатская природа, судя по всему, уже начала отмечать Новый год. Мощные циклоны один за одним уже несколько дней наводят на Камчатке беспорядки. Так, в субботу в Петропавловске сильный ветер валил дорожные знаки, рекламные конструкции, а на силуэте стихия расправилась с новогодней елкой. Я в гости из Владивостока. Я первый раз вообще в жизни такое вижу. У нас ни снежинки сейчас в городе, ничего. Да ничего, нормально, жалко. Вот елка такая красивая стояла, дети здесь бегали. А так здорово вообще. А ветер как вам? Ну, сильно. А что делать? Если это Камчатка, так, наверное, должно быть. Здорово. Мне нравится, не знаю. На улице Топоркова ветер сорвал обшивки с фасадов новостроек, куски которых разлетелись по округе и сильно повредили стоявшие рядом автомобили. Обидно перед Новым годом такой сюрприз. Да, мелочи жизни. Главное, что люди целы. Это самое главное. А в Сероглазке несколько близко припаркованных к берегу машин едва не унесло в море. При этом стихия то утихала, то вновь набирала обороты. Яркое солнце на голубом небе сменяли серые тучи, и на головы прохожих сыпался крупный град. Власти Петропавловска настоятельно рекомендовали горожанам не выходить в субботу на улицу. Ветер такой, что если меньше 40 килограммов, на улицу лучше не выходить. Ожидается, что погода начнет улучшаться 30 декабря.